Никита Павельчук, 18 лет, Красноперекопск. Глядя на этого целеустремленного юношу, сложно представить, что с рождения и по сегодняшний день он борется изо всех сил. Борется с обстоятельствами, борется с самим собой. Но в этой борьбе он не одинок. Забота мамы, близких людей и врачей помогают Никите жить активной и плодотворной жизнью. До года мы вообще не видели, что он будет особым ребенком. Но к году мы вообще на ножки не вставали. Вообще не получалось даже. Ну, потом приехали, опять же, на Титова. Нам сказали, что ребенок будет особым. Надо как-то смириться с этим. И я якобы и не расстроилась. Но это же мой ребенок. Я его хотела. Я его ждала. Сейчас Никита по-прежнему много учится, осваивает различные программы, сам монтирует видео, ведет и разрабатывает сайты. У него есть свой канал на YouTube. А еще он прекрасно поет и занимается волонтерской деятельностью. А теперь, став лауреатом премии «Преград нет», Никита увидел, что все его труды не были напрасными, и в будущем никакие преграды не смогут его сломить. Когда я выходил на сцену, я старался всегда все время смотреть в зал. Я старался на людей смотреть. Встреча с главой Республики Крым для меня дала одну вещь, что надо не останавливаться на достигнутом, идти только вперед, дальше и дальше. Никита мечтает, что когда-то освоит профессию программиста или станет кинооператором. Но самая главная мечта кроется в другом. Чтобы особые дети, глядя на него, поверили в себя, переступили через боль и страх и открылись всему миру. Ну, для меня самое главное не останавливаться, идти дальше, идти только вперед и никогда не говорить, что у меня есть преграды. То есть я должен поставить себе цель, что для меня преград нет. После вручения ему премии «Преград нет», Никита еще больше поверил в свои возможности. Его нынешние успехи – это его стимул двигаться вперед и дарить надежду тем, кто сегодня в этом особенно нуждается.